Кстати, это тебе. Что будет завтра? И правда, каким оно будет? Ты здесь всю жизнь будешь стоять? Я так вообще никуда не успею. Разве жизнь в спешке – это жизнь? Нет. Тогда почему мы все куда-то спешим, не оглядываясь? Осторожно! Вот так строишь планы и не знаешь, что с тобой произойдет. Я знаю, что ты тоже переживаешь за свое будущее, но есть хорошая новость. А новость в том, что есть тот, кто знает все на 100 шагов вперед. И что будет лучшим для тебя? Это Иисус Христос. И Он хочет дать тебе силы обратить трудности в добро. Ведь Он любит тебя и не хочет, чтобы ты боялся будущего. Он знает все, через что ты проходишь, и готов тебе помочь. Обратись к Нему. Он рядом. Кстати, это тебе. Что будет завтра?